Volkswagen Charan, вентилятор охлаждения вместе с диффузором есть у меня в наличии на Volkswagen Charan. Вот, посмотрите, фирма Bosch. Вот это вот значок шарановский, эти значки. Вот здесь вот то же самое. Теперь с каждого выходит штекер. Здесь вот двухконтактный, двухпиновый. И здесь вот то же самое. Двухконтактный, двухпиновый. Там тоже он Bosch. В общем, такой вот вентилятор охлаждения есть у меня в наличии на Volkswagen Charan. Посмотрите, такой вентилятор ли вам нужен. В общем, такой вот вентилятор вместе с диффузором есть у меня наличие на Volkswagen Charan.